чтобы, еще раз повторю, двигаться в правильном направлении, правильно сказали, нужно иметь какой-то план. План выстраивается все-таки от цели, которую нужно для себя очень четко определить, найти и понять, какова твоя цель и, ну, можно даже так, если говорить масштабно, каково твое назначение. Да, это для тех, это чуть позже приходит, мне кажется, но нужно об этом как можно раньше задумываться, чтобы не тратить зря время, ни свое, ни чужое. Что касается моего личного плана, да, у меня очень много музыкальных амбиций, хороших, здоровых музыкальных амбиций, потому что я хочу делать хорошую, качественную музыку, делать ее в этой стране. Я не собираюсь куда-то переезжать и пытаться где-то показать что-то другое. У нас есть своя публика, публика думающая, публика, умеющая понимать, сопереживать, публика, которая любит красивую мелодичную музыку, которая в одно время немножко пропало в нашей стране. Сейчас все возрождается, благо все правильно движется, и мы стараемся двигаться в адекватном времени, потому что я считаю, что музыка — это та структура, которая тоже должна развиваться, должна меняться, потому что музыка — это отражение всего того, что происходит в этом мире. И я хочу с помощью музыки рассказать о своем видении этого мира для людей. Я думаю, что оно будет близко очень многим. И, наверное, первоочередно я для себя поставил целью реализовать именно эту свою цель, чтобы дальше попытаться сделать, как бы я не хочу зацикливаться исключительно на том, чтобы с помощью музыки делать этот мир лучше, да, скажем так. Есть еще очень много интересных вещей, которые мне хотелось бы освоить в своей жизни. Я также хочу развиваться, расти не только в музыкальном направлении. Но я понимаю, что для начала мне нужно реализовать самую главную свою цель, которую я обозначил как the main idea в этой жизни. Вот. Поэтому мой план — достичь определенной высоты, при которой я мог бы сказать, что я реализовал весь свой потенциал. Сейчас далеко до этого, и, может быть, конкретика, ну, как ты поймешь, что понял, ну, что достиг этого? Вот, во-первых, как далеко сейчас до этого, ну, ощущение, да? И как ты поймешь, что... Ну, я очень четко чувствую, скажем так, переходные позиции в своей жизни, когда я понимаю, что вот я сейчас встал на новую ступеньку. Вот сейчас как раз происходит именно такой момент, когда я ощутил в себе какие-то новые силы, для того, чтобы сказать какие-то новые слова, написать новую музыку, найти уже, наконец, своего зрителя, потому что в данный момент я начинаю двигаться в музыке сольно, вне состава группы, параллельно, скажем так. Вот, поэтому, что касается достижения планки, больше всего, конечно, я боюсь, что никогда не наступит этот предел. Хотя, может быть, это и хорошо, потому что предела совершенства нету и предела человеческого желания, наверное, тоже. Надо просто жить, работать, и я думаю, что время само расставит все по местам.